MGA Entertainment представляет. Исполнительный продюсер Айзек Лэриан. Крошки, братцы, удивительное Рождество. Веселимся! Наши мама и папа будут здесь через минуту. Дорогие мои, увидеть вас – это лучший подарок на Рождество для ваших родителей. Они ждут, не дождутся, когда вернутся из своего скейтбордического путешествия. Может, сноубордического путешествия, ба? И это тоже. Счастливого Рождества, бабуль! Мы тебя любим! О, я тоже вас люблю. Так чудесно, что вы навестили меня, Жасмин. А, это Саша. Жасмин, это я. Конечно, это ты. Счастливого Рождества. И тебе тоже, Хлоя. И я Джейд. А Хлоя вот. Конечно, я ни секундочки в этом не сомневалась. Это они! Здравствуйте! Вы позвонили мне! Быстрее, пока они не повесили трубку! Алло? Да, алло! Это ваши родители! Это они! Дорас, Дорас! Да, они все готовы и ждут, когда вы их заберете! Правда? И что? О, боже! И надолго это? Что? Я почти тебя не слышу. Хорошо. Перезвоните, как только сможете. И счастливого Рождества! Ба, что случилось? Их засыпало снегом в аэропорту? А когда рассыплет обратно? Они надеются на завтра, но сказали, что, возможно, это будет лишь послезавтра. Завтра? Послезавтра? Из-за шума бури почти ничего не было слышно. Мы все еще можем устроить чудесное Рождество здесь. Я люблю бабушку, и мне здесь нравится. Но это не дом. Сегодня сочельник. Я всегда в этот день заворачиваю подарки с мамой и папой. Мы всегда врезаем снежинки из бумаги. Мы печем печенье. А мы зажигаем гирлянды. Мы всегда проводили Рождество дома. Это традиция. С самого раннего детства. О, мне так жаль. Но знаете что? Иногда, если делаешь привычные вещи по-новому, это может превратиться в настоящее приключение. Приключение? Ну, конечно. Вот что я вам скажу. Мы будем заворачивать подарки, делать снежинки и печенье. И я вам обещаю, что это будет совершенно особенное Рождество. Down, but
хотели бы сделать в этот радостный сочельник? Он уже достаточно радостный. О, бедняжки. Вы так скучаете по своим родителям. Да. В такие минуты моя бабушка говорила: не всегда получаешь то, чего хочешь. Но иногда, если ты очень-очень стараешься, ты можешь получить даже больше. Все, чего я хочу, это чтобы боль прекратилась, и наши мама и папа могли вернуться домой. У меня идея. Что, если я отведу вас в торговый центр, чтобы вы могли поговорить с Санта-Клаусом? Санта? Собственной персоной? Прямо сейчас? Ну, конечно! Хорошо, что мы у него попросим? Мы уже отправили ему письма толщиной с телефонную книгу. Эй, а можем попросить его оставить подарки себе, если он только доставит наших родителей домой на Рождество? Что вы хотите сказать? Санты здесь нет. Мы приносим свои извинения за это неудобство. В канун Рождества Санта всегда на Северном полюсе, готовится к своему кругосветному полету. Ха! Что за чушь? Я знаю, что он здесь, я его найду. Нам нужно кое-что обсудить. Ну-ну, Вильям, тебе не кажется, что нам лучше пойти домой? Ни за что! Это здоровяк мой! Ты слышишь меня, дед? Можешь бежать, но тебе не спрятаться! Из-за этих ребят у меня шину спустило! Босс, клянусь, я был не виноват! Конечно, я верну каждый пенни, что я вам должен! Просто дайте мне немного времени! Алло? Алло? Пропала куча денег, и все благодаря вам, идиоты! О, Макс, но это не наша вина! Ты пнул шину, она прорвалась! Потому что вы вывели меня из себя, и мне просто необходимо было что-то пнуть! Мы просто подарили тебе рождественскую конфету с двойной сливочной помадкой и милым лицом Санты на ней! Вы положили ее на мое сиденье, я сел на нее, она растаяла, я приклеился к креслу, а когда я наконец освободился от нее, бронированная машина, которую мы должны были ограбить, уже уехала! Хорошо, хорошо! В следующий раз мы не будем снимать с нее обертку! Так она останется более свежей. Кому нужна черствая помадка на Рождество? Я вам покажу Рождество! Мы должны до полуночи достать эти деньги, иначе босс подвесит нас за большие пальцы на свою рождественскую елку! Хорошо, вот вам новая афера. Я притворяюсь Сантой. Детки со своими мамочками и папочками будут приходить ко мне и рассказывать, какие подарки они хотят на Рождество. Тем временем мои эльфы обчищают карманы родителей. Понятно? Да, да, конечно, Макс! Мы поняли! Ха! Вот он где! Подтяните чулки и напяльте на головы шляпы. Пора начинать представление. Видишь? Я же сказал, что найду его! Хо-хо-хо-хо! Чего же ты хочешь на Рождество, малыш? Да не устраивайте мне тут представление с хо-хо и прочими нежностями! Ну, Вильям, будь повежливее. А было мило, когда на прошлое Рождество единственное, что я получил, были 12 пар красного фланелевого нижнего белья. Что за отвратительный подарок? Я отправил свое письмо по электронной почте сразу после Хэллоуина. Я просил велосипед, скейтборд и телек. Где там говорилось о нижнем белье? Я выгляжу как ребенок, которому нравится красный фланель? По-вашему, меня забавляют панталоны? Прочитайте мой блог, я выслал вам список, проверьте его дважды. Алло, Северный полюс, вы меня слышите? У нас есть проблемы? Если я учую фланель под елкой, я вам в рождественское печенье гранату подсуну. Думаю, мы поняли друг друга. Никакого белья, понял? Никакого белья! Еще одно Рождество, как в прошлом году, и у кого-то будут неприятности!
Ну, Вильям, Санте нужно отдохнуть. У него сегодня важная ночь, помнишь? Тебе даже не захочется узнать, что бывает, когда я выхожу из себя. Спроси у зубной феи! Санта вернется через минуту. Альфи, Реджи, у нас получилось? Что у нас есть? Мы сорвали джекпот! $1? $2? Какой джекпот? Это настоящая пусковая установка для ракет солдата Смита! Супер-пупер-танк на дистанционном управлении! Настоящий биохимический набор мистера Бактерия! Двойной йо-йо в виде бабочки, светящейся в темноте. Я всегда о таком мечтал. Что вы делаете? О, Санта, мы никогда не получали таких подарков на Рождество. Да мы вообще не получали подарков на Рождество. Мы были в списке плохих детей Санты с 4 лет. Если вы не перестанете себя вести как недоумки, вы окажетесь в списке плохих детей босса. И не называйте меня Санта. Это был бумажник отца ребенка. В нем было около 1000 баксов. Нет, 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 нет. Что? О, здравствуйте, босс. Я не знал, что это вы. Какой бизнес? А, да. Ну, не так уж хорошо. Босс хочет, чтобы мы принесли все, что есть. Сейчас. Он не может забрать мой йо-йо. Послушайте, дайте нам еще немного времени. Ну, например, до Нового года. О, босс, ну вспомните, что случается, когда вы так злитесь. Меня ограбили! Эй, ты в фальшивой броне! Пошел перекусить молоком с печеньем. Простите, а где Санта-Клаус? Его сегодня здесь нет. Его нет? Мы приносим свои извинения за это неудобство. В канун Рождества Санта всегда на Северном полюсе готовится к своему кругосветному полету. Ни мамы, ни папы, ни Санта. Я сдаюсь. Я тоже. Лучше просто забыть про Рождество. Давайте ляжем в постель, проспим эту долгую зимнюю ночь и попробуем еще разок на следующий год. Вау! Смотрите! Это он! За ним! Пошли, Ба! Что? Куда? За кем? Правда? Да. Это самое потрясающее на свете. Это такая прекрасная игрушка, что было бы страшно просить Санту принести ее. Или своих маму с папой. Я хотел попросить Санту о такой игрушке, но его здесь нет. И мама, и папа у меня тоже нет. Где же ты тогда живешь? В летнем домике, с другими детьми-сиротами. Там мило.
Но мы не получаем ничего такого на Рождество. Мы ищем Санту. И когда мы его найдем, мы скажем, что ты... Захария! Вот ты где. Не убегай от нас вот так, ты всех очень напугал. Давай, пошли, пора ехать домой. Теперь нам точно надо найти Санту и рассказать ему об этих детях. Эй, это не моя вина, что у меня недостаточно, скажем, хороших эльфов. Я вам говорю, я не смогу доставить это в Рождество. Он не может развести подарки? Никакого Рождества! Рождества? Мы должны поговорить. Счастливого Рождества, дорогие мои! Рождества не будет, Ба! Мне очень жаль, что все вышло не так, как вы хотели. Я помню, что когда я была маленькой девочкой, каждое Рождество я тоже мечтала увидеть Санту. Я сидела прямо у камина и ждала, когда он спустится по дымоходу. Ты его видела? Я хотела больше, чем чего бы то ни было. Но я никогда его не видела, потому что засыпала прежде, чем он появлялся. Но я не давала этому испортить мое Рождество. Спокойной ночи, милые. Надеюсь, вам приснятся приятные сны, полные имбирного печенья и карамельных конфет и Санта, спускающиеся по дымоходу. Никто сегодня не будет спускаться по дымоходу. Нет! Кто-то обязательно будет спускаться по дымоходу! Это всего лишь игрушечный Санта. Пойдем, парни.
теперь местные новости. Дух Рождества повсюду, особенно на Северном полюсе. Правда, Джен? Правда, Джон. И мы сейчас именно здесь, на Северном полюсе, где Санта уже готов доставлять особенные подарки детям, которые особенно этого заслуживают. Эй, смотрите! Сироты из летнего домика получат самые желанные игрушки этого сезона, которые им доставит Санта собственной персоной. Летний домик. Именно там живет этот мальчик. Какой мальчик? Захария. Ребенок без папы и мамы. Кто сказал, что мечты не могут сбыться на Рождество? И Джон, единственный вопрос заключается в том, положит ли Санта все это в свои сани или просто привяжет сюда оленя и прилетит к детям из летнего домика. Бедная Захария! Такое не должно было случиться с этими детьми! Стойте! А кто сказал, что так должно быть? Санта, помнишь? Он сказал, что Рождества не будет. Да, но только потому, что у него недостаточно эльфов. И что? Так что мы можем ему помочь. Ну? Это я? Шляпа эльфа? Подождите минутку. Мы? Эльфы? А почему нет? Назови хоть одну вещь, чего мы не знаем о Рождестве. А, ну, я совершенно не умею делать все эти пышные банты на праздничной упаковке. Я могу тебя научить. Давай, мы готовили Рождество с тех пор, как нам было по 2 годика. Нас точно примут на работу. Примут? Где? На Северном полюсе. Где еще? Поехать на Северный полюс? Мы это сможем? Мы должны ради этих детей. Тот факт, что у нас не может быть Рождества, не значит, что у них не может его быть. Давайте сделаем это. Люди, почувствуйте праздник! Идеально. Просто на случай, если бабушка зайдет нас проведать. Думаете, нам стоит посмотреть, как там Ба? Хорошая идея, крутая Кэт. О, совсем вымоталась. Проклятая старая ржавая штука! Итак, как наиболее быстрым способом попасть на Северный полюс? Северный олень, что еще? Поскольку Баба Бал не зарядила батарейку, эта штука должна бегать еще, по крайней мере, до Хэллоуина. Нужно починить эту штуку. О, Бог!
Боже! О, Боже! Все, что есть у нас, это $2, и все благодаря вам. Что мы можем на это заказать? Один гоголь-моголь и три соломи. Гоголь-моголь! Это было наше любимое блюдо, когда мы были детьми! О, о! А можно нам сверху посыпать корицей? Счастливого Рождества. Слышал? Он сказал счастливого Рождества. О! Разве это сделал бы Санта? Да, если бы у него было худшее Рождество в жизни. Без денег, поссорился с боссом. Чуть не арестовали. И все благодаря вам двоим, придурки. У меня есть намерение. В это Рождество Санта приготовил небывалый сюрприз. Эй, обратите внимание, я вам тут устраиваю разнос. Вау! Чего бы я только не отдал за это, когда я был ребенком! Я абсолютно согласна, Джон. Санта не просто принесет сюрприз в летний домик для детей-сирот. Это сюрприз внутри сюрприза. Пожертвование в размере $1 миллиона от звезды хип-хопа, пожелавшего остаться неизвестным, который в свое время сам вырос в летнем доме для детей-сирот. Такая история могла случиться только в канун Рождества. Тебе, Джон, и всем телезрителям спокойной ночи. Мальчики, в конце концов, счастливое Рождество будет. Мы отправляемся на Северный полюс. И что мы будем делать на Северном полюсе? Давайте скажем, что мы отправляемся в благотворительную миссию. Забрать у богатых и отдать бедным. Собственно, нам. Вы хотите сказать... Украсть рождественский подарок у сирот? О, вы не посмеете! Вы не сможете! Я посмею, я смогу. И сделаю. О, Санта, злодейство это одно, но это уже... преступление! Хорошо. Я просто позвоню боссу и скажу, что вы, ребята, отказались. Нет, подождите минутку! Что вы не захотели выплачивать сотни зеленых, которые вы упустили? Нет! Не надо! Мы это сделаем! Я так и думал. И не называйте меня Санта! Ну, я бы сказал, что он был одет в красный. Да, определенно в красном. О, да, с белой отделкой. О чем ты говоришь? Все знают, как выглядит Санта-Клаус. Какой охранник не знает, как выглядит Санта-Клаус? Если ты не знаешь, как выглядит Санта-Клаус, тебе пора снять свой бейджик. Что? Что это было? Ничего. Надеюсь, вы его найдете. Счастливого Рождества. И $1000, что были в моем кошельке. Так много? Я его найду. И когда найдете, я надеюсь, что с ним обойдутся самым строгим образом. Строгость — это мое второе имя. Боже.
Что? Счастливого Рождества! Вы это сделали? Мы подумали, это обрадует Санту. Я не Санта. Вы недоумки. Смотрите, что вы сделали с моим фургоном. Я вас сейчас так разукрашу. Идите сюда. Ну-ка, немедленно! Идите сюда! Идите ко мне! Забирайтесь внутрь, прежде чем кто-нибудь нас заметил. Ну-ка! Бэ! Сейчас сделаю кольцо вокруг твоей головы. Убери эту штуку. Помнишь, что мама нам говорила? Убери руки от этого подноса с печеньем. Нет! Сам сломал, сам покупай. Нет, Реджи! Не играй там, где этого делать не стоит. Я этого не помню. Я не помню, чтобы у нас были игрушки, когда мы были детьми. Все! Хватит! Отдай это мне! Отдай мне это! Отдай! Перестань! Нет! Нет! Мой я! Я тебе покажу твой йо-йо. Нет, мое. Отдай. Нет. Должно быть, я все еще сплю. Эй! Остановитесь! С дороги! Вы превышаете скорость! Я тороплюсь!
Притормозите, или я вас арестую! Арестуйте это! Эй! Прекратите сейчас же! Вы прекратите! Ах, да! Да! Макс, притормози! Ты посадишь двигатель! Это лучше, чем быть арестованным полицией. Ничего не вижу! Хорошо. Вы арестованы. Вот и все. Счастливого Рождества! И счастливого Нового года! Эй! Это собственность полиции! Похоже, я их потерял. Смотрите, что я нашел! Дорога на Северный полюс. Похоже, что дела наконец идут по-моему. Санта! Перестань называть меня Санта! А мы правда, ну знаете, сделаем это. Что? Ну, знаете, украдем подарок у сирот. Я хочу сказать, сейчас же канун Рождества. И что? Мы должны воровать чужое добро даже в канун Рождества? Да. Разве ты не против кодекса Санта-Клауса? Хорошо, хорошо. Круто, что мы обчистим сирот. Нет проблем. Но, может быть, перед тем, как украсть их подарки, мы позволим им немного поиграть с ними. Ну хотя бы чуть-чуть. Это мило. Эй, а как ты думаешь, они нам разрешат поиграть вместе с ними, если мы их как следует попросим? Вы хотите поиграть? Давайте поиграем в выброси мистера Йо-Йо. Нет, не выкидывай его. Стрячь, верни сюда! Мы занимаемся воровством. Мы воры. Мы крадем вещи. Свистываем. Присваиваем. Ну да, похищаем. Да. Именно так. Точно. Хорошо. Отличная идея. Да. Без проблем, Санта. И перестаньте называть меня Санта. Что? Босс. Счастливого Рождества. Да вы правы, оно несчастливое. Где я? О, на полпути отсюда. Сюда. Что это за шум? О, это просто небольшая проблема на работе. Ну, знаете, как сейчас сложно найти хороших помощников, особенно во время праздника. Что? Ну, конечно, я позабочусь о том, что я вам должен. Правильно, или вы позаботитесь обо мне. Ау! Санта! Сколько раз я вам говорил, не называйте меня! Санта!
лучше, чем кольцо вокруг Сатурна. Ай, как мне это надоело. Кто же мне послал таких помощников, как вы? Как мне это надоело. Надоело, надоело. Северный полюс! Вот и мы! Эй! Счастливого Рождества! Эй! Счастливого Рождества! Эй! Счастливого Рождества! Эй! Эй! Счастливого Рождества! Эй! Может, поможете немного? Кто-то должен разобраться с этим Сантой. Эй! Вот он, Северный полюс. О чем я мечтал с самого детства. Я тоже. Что за... Что ж, так много за эту кражу. Эту штуку охраняют. Под замком. Можете с ней попрощаться. Ну уж нет, вы отправляйтесь со мной. У меня есть план. Thank you.
Никогда раньше не видел подобного северного оленя. Мне очень жаль, но боюсь, мы закрыты для посещения сегодня. Мы не посетители! Мы эльфы! А, хорошо, я вижу шляпы, но эти туфли... Не совсем стандартный костюм эльфа. Но... Вообще-то мы такие эльфы, не совсем эльфы, но очень хотим ими стать. Но мы знаем все, что нужно знать о Рождестве. Кроме того, как завязывать пышные банты на праздничных упаковках, мы приехали, чтобы помочь Санте совершить Рождество. Ну, помогать Санте совершить Рождество — это то, что, как правило, делаем мы, эльфы. Немного поздно, чтобы нанимать персонал. Вы сказали, что у вас есть опыт Рождества? А на деревьях есть мишура? А колокольчики на сане звенят? А Санта говорит хо-хо-хо? Ну, это неплохо для новичков. Вы, пожалуй, зашли дальше по дороге королевства эльфов, чем другие люди. Пс, эй! Вылезайте оттуда и отвлеките этих детей. Ну как? Мне все равно как. Просто держите их подальше от этого эльфа, чтобы я мог выкрасть у него ключ. Ну! Шевелитесь! Вы кто? Мы, да, мы... Вы тоже хотите стать эльфами, да? О, да, именно так. Конечно. Ого. Еще бы, однозначно. Ральф и Реджи готовы приступить к работе эльфов. А их вы тоже можете нанять, пожалуйста. Санте потребуется любая помощь, которую он сможет получить в этом году. Ну, вообще-то очень необычно. Но если мы все примемся за работу, Санта будет уверен в том, что его подарок сиротам будет доставлен. Вы хотите сказать, поэтому вы здесь, чтобы доставить этим детям подарок? Ну, конечно! А разве вы не за этим? Ну, как бы... Двойной йо-йо в виде бабочки, светящейся в темноте. Может, мне попробовать? Пусти рысью, котенка. Добрось до луны. Лунная дорожка и кольцо вокруг Сатурна. Эй, спасибо. Я всегда хотела попробовать одну из этих штук. А ты можешь меня научить так делать? Конечно! Все, что тебе нужно, это... Простите. У нас не так много времени, прежде чем Санте надо будет улетать. А это тесты, которые должны пройти все, кто хочет стать эльфом. Мы просим это сделать, чтобы отсеять хороших эльфов от плохих. А что это за тесты? Ну, например, как вы украшаете рождественские елки? Мы победим! С мамой и папой мы каждый год украшаем все гирляндами. Мы всегда хотели этим заниматься! Ну что ж, это ваш шанс. Покажите мне, на что вы способны. Это то, что мы эльфы называем праздником. Рождественское печенье. Печенье с тройной порцией шоколада и мятой. Это печенье обязано быть в списке того, что обязательно должно быть у Санты. Запомните это. Печенье с тройной порцией шоколада был мой рецепт, но ребята дополнили его мятой.
Что вы думаете? Но это прекрасно. А вот это... Это мы сделали. Я вижу здесь настоящий талант. Ух ты! У меня раньше никогда не получались такие банты. И у меня тоже. Ребят, а у вас тут какая-то особенная лента или что? Думаю, можно сказать, что здесь многие вещи особенные. Ну что ж, похоже, из вас получится неплохие эльфы. Тем не менее, прежде чем мы снимем с вас мерки для остроносых туфель, осталось проверить еще одно. Что это? Как вы ладитесь с северными оленями? Олени Санты. Конечно. Они и есть северные олени Санты. И мне нужно посмотреть, как вы с ними поладите. Понимаете, эльфы и северные олени, ну, мы как... Молоко с печеньем. Ёлки с мишурой. Точно. Эльфы и игрушки. Ну да, 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 очень хорошо. Да, очень хорошо. Помогите, мы не можем его остановить! Да, именно поэтому его зовут Скакун. Держитесь, я сейчас помогу. Ох уж эти новички. Богаты. Это ты! Мы твои новые эльфы! Мы сделаем все, чтобы тебе помочь, просто скажи! Мы все сделаем! Точно! Давайте погрузим эту машину в твои сани! Эй! А где твои сани? Я припарковался в нелетной зоне. Ну что, Санта, Рождество все-таки будет, правда? Да! Рождество обязательно будет. Это будет лучшее Рождество, которое у меня когда-либо было. И не называйте меня... Зовите меня после Нового года. Сынок, похоже, что этому здоровяку не хватает сладкого. Похоже, кое-кому нужен перерыв на молоко с печеньем. Отлично.
Спасибо за совет. А теперь разрешите мне позаботиться об этом подарке, а? У Санты был длинный день. Ну, конечно, Санта. А счастливого Рождества. У меня странное чувство, что я в чем-то списке вредных детей. Вы когда-нибудь слышали, что Санта такой неприветливый? Подождите минутку. А вы когда-нибудь слышали, чтобы Санта доставлял подарки не на санях с северными оленями? Да. Что-то здесь не так. Ну-ка, стой на месте. Нет. Нет! Что вы делаете с Сантой? Он? Ха-ха. Санта-Клаус? Он вор, который пытался украсть эту детскую машинку. И он будет мечтать о том, чтобы попасть в тюрьму. Но кто доставит сиротам подарок от Санты? О, нет, эта машина отправится в штаб-квартиру. Да, чтобы с нее сняли отпечатки. Естественно. Нет, нет, я могу объяснить. Это лучшее Рождество, которое у нас когда-либо было. Это худшее Рождество, которое у нас когда-либо было. Мы проделали весь этот путь к Северному полюсу и ради чего? Чтобы выяснить, что Санта не настоящий. Что? Полиция забирает его в тюрьму. К счастью, я увидела это в новостях. Миллион баксов. И ты собирался просто уехать с ним. Нет. И теперь сирота не получит свой подарок. Босс, честно. Я собирался поделить его с вами. Они. Это все они. Босс, это была их идея. Нет, это был Санта. То есть Макс. Я дам вам, клоуны, еще один шанс, чтобы в конце концов не висеть на моей рождественской елке вместе с Сантой. Эй! Что вы делаете? Вы пустите нас! Она не настоящий полицейский, она вор! Отличная работа, мальчики! К тому времени, как они выберутся, Рождество уже кончится. А мы будем очень-очень далеко. Я даже, может быть, сделаю вас главарями моей банды, когда избавлюсь от этого Санта. Эй! Босс! Всем, что они знают, они обязаны мне. Да неужели? Пошли! Давайте выбираться из этого парка с пенопластовым снегом. Я уже достаточно повеселилась. Ребята, как вы могли так поступить? Я думала, мы друзья были ее. Друзья по йо-йо. Все понятно. Не настоящий Санта. Не настоящие эльфы. Теперь мы должны узнать, что они на самом деле не Танцор, не Скакун, не Грома, не Мо. Да, а на самом деле они Фрэнк, Фридс, Джо и Сэм. Нет, они на самом деле Танцор и Скакун. И... ну хорошо. Возможно, это не настоящий Северный полюс, но, как вы сказали ранее, Санте потребуется любая помощь, которую он сможет получить в этом году. Он даже послал своих настоящих северных оленей в этот центр по набору эльфов, чтобы я мог тренировать новичков. Хотелось бы. Зачем вы сюда вернулись? Да! Разве вы не должны сейчас быть со своими боссами? Мы совершили ошибку. Мы вернем этот подарок. И доставим его сиротам. Они просто пытаются опять нас обмануть. С чего бы вам бросать потрясающую жизнь преступников? И миллион долларов! Чтобы подарить рождественский подарок горстке детей? Потому что вы дали нам то, чего мы всегда хотели. Настоящее Рождество! Что случилось с твоими парнями? Как они выбрались? Сила Эйвел! Это должно быть шутка!
Разберись с этим. Вау! Мы не сможем через это перепрыгнуть! Зато я не смог! На Фрэнка, на Фриц, на Джо, на Сэма! О, Господи! Вы арестованы. У вас есть право не разворачивать подарок. Если вы хотите, и у вас его нет, вам предоставят соответствующий по цвету бант на клею. Эй! А почему не заберете их тоже? Они тоже преступники! Да, это все они придумали. Это правда? Офицер? Я не знаю, о чем они говорят. Все, что я знаю, это то, что я нанял этих ребят. В качестве тренеров для северных оленей на полный рабочий день, начиная со следующего дня после Рождества, я заберу этих эльфов на настоящий Северный полюс. О, конечно, как скажете, они в вашем распоряжении. Правда? Ну, давайте посмотрим. Остроносые башмаки, отлично ладить с игрушками, сердца наполнены духом Рождества. В моей книге так значится эльф. Я уж не говорю о том, что вам идеально подходит наш костюм эльфа. Но если этот человек был не настоящим Сантой, то где же настоящий? Как и всегда, в канун Рождества он готовится к тому, чтобы отправиться в полет вокруг земного шара. А вы не знаете? Ну, в общем, вы думаете, он заедет к нам? А на деревьях есть мишура? Взлетают колокольчики на санях. Санта говорит хо-хо-хо-хо-хо. Эй, может быть, в этот раз Ба удастся увидеть его? Я буду рад внести это в рекомендации. О, бабушка! Да, лучше вернуться до того, как она проснется и выяснит, что нас нет дома. И тогда мы точно попадем в список вредных детей. Мы подвезем вас домой. Послушайте, мне очень жаль. Правда? Насчет чего? Ну, некоторое время назад вы сказали, что это худшее Рождество в вашей жизни. Мы так сказали? Но я не знаю. Мне кажется, это было довольно... необычно. Особенно. Да, как... Это лучшее Рождество, которое у нас когда-либо было! А... вы знаете, что мы всегда говорим на Северном полюсе? Не всегда получаешь то, что хочешь. Но иногда, если ты очень-очень стараешься, ты можешь получить даже больше. Счастливого Рождества! Спасибо! Пока! Никто даже не заметил, что нас не было дома. Счастливого Рождества, Ба!
и кое-что нуждающееся в объяснении. Джон, мы были прямо здесь, в летнем домике. Все дети спали, мы выключили камеры всего лишь на минуту. А когда вернулись, там была огромная машина с миллионом долларов в багажнике. И мы представить не можем, как она туда попала. Это невероятное происшествие, пока никто не может объяснить. Ну, здравствуйте. Вы дозвонились, мне. Ба, это мама Жасмин. Послушай, мы едем домой. Буря утихла минуту назад, просто как по волшебству. Мы прямо сейчас вылетаем. Не говори девочкам, что мы приедем, пусть это будет сюрпризом. Когда они проснутся, мы уже будем дома. Счастливого Рождества! О, мой бог! О-хо-хо-хо! Счастливого Рождества!